Якутия просит молитвенной помощи. После аварии на руднике «Мир» 8 человек не найдены. На руднике «Мир» в Якутии произошел выброс воды. Обследовали уже 3500 метров горной выработки. Восьмерых шахтеров пока найти не удается, они остаются под землей. Спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме. В храмах республики не смолкают молитвы. Правящий архиерей, архиепископ Якутский Еленский Роман просил всех усиленно помолиться о том, чтобы шахтеры были найдены. А уже несколько дней в православных храмах Якутии все верующие люди особую горячую сугубую молитву и в храме Божьем, и в домашних условиях адресуют тем шахтерам и спасателям, которые находятся сейчас в сложнейших условиях в руднике «Мир». До сих пор 8 человек, судьба их неизвестна. Мы молимся ежедневно о том, чтобы Господь сотворил чудо. Очень тяжелые условия. Собственно говоря, сама профессия горняка-шахтера, она предполагает эти условия. Но случилось чрезвычайное происшествие. И мы с вниманием и с глубокой молитвой переживаем эту ситуацию. Я прошу всех людей, смотрящих, слушающих нас, тоже присоединиться к молитве. Помолиться и о шахтерах, и о спасателях, и о родственниках тех людей, которые они теряют. Пусть укрепит их Господь, а наша молитва пусть их поддержит.